Святое место пусто не бывает. Или же короткий гайд, как усидеть на двух стульях от экс-советника Офиса Президента Украины, а ныне блогера Алексея Арестовича. Так, в одном из своих последних эфиров Алексей решил похвалить стратегию российского командования. Вынесу страшный вердикт. На оперативном и тактическом уровне мы воюем лучше, чем россияне. На стратегическом россияне действуют лучше, чем мы. У них крадется 80%, они, у них болеют там этот самый. Но они отладили серые схемы, у них все поставляют, идет доходы от нефти, которые никак не могут прервать. У них идет оборудование двойного назначения, они мобилизировали ВПК и пользуются своими естественными преимуществами. Что интересно, чем дальше, тем больше публичные выступления Алексея попахивают откровенной дугинщиной. Один из самых популярных военно-политических блогеров Украины медленно, но верно распространяет все больше пророссийских нарративов, начиная от стратегического уровня ведения войны и заканчивая сменой президента в Украине с западными союзниками. Ну, вы же понимаете, что если есть препятствия в виде одного человека к такому существенному геополитическому двигу, то разговоры о выборах идут не случайно. Будут искать трезвого политика, способного рационально оценить происходящее и подписать. Но Украина же во время войны не может априори проводить выборы. Это так кажется. А Линкольн провел выборы во время гражданской войны в США. Уж не знаю, чего добивается Алексей, но его нарративчики мне до боли знакомы. С подобными заявлениями, как мне кажется, Арестович очень неплохо вписался бы в вечерний слот «Соловьев Лайф», где бы они вместе с Соловьевым разбирали карту боевых действий, а также политическую ситуацию в Украине. А что вы думаете об этом? Напишите в комментариях, а также не забывайте о лайке под этим видео и подписке на наш канал.